Друзья, всем привет! И я выставляю на продажу еще вот эту вот красотку. Кукла Джина из сета, где там были две куклы. Я покупала из того сета. В общем, был раздел, я купила. Вот именно вот это мне понравилось. Вторая мне была не нужна. Так. Кукла Мизи, Мизи Дол. Ну, что по ней сказать? Кукла вообще в идеальном состоянии. Ну, как и все. Она у меня также хранилась на полочке. Красотка, сразу говорю. Я вообще даже не ожидала, насколько у нее потрясающе мягкие волосы. Конечно же, я прическу... Я стараюсь куклам всем прически разбирать, отмывать от лака, так как лак... может со временем оставлять желтизну на теле. Вот, поэтому я прическу разбирала, естественно. Волосы просто потрясающие. Очень мягкие, очень приятные. Шарниры у нее в идеале. Она вся в идеале. У нее... Сейчас я покажу ей реснички. Сейчас мы ее снимем. Реснички идеальные. Ручки. Ну, естественно, у меня никто в куклы не играет, кроме меня, да. Но я тоже не играю, я просто их люблю, собираю мне, что если очень нравится, если красивая. И у меня есть возможность приобрести, я, конечно же, приобретаю. Так, ну, у нее вообще никаких трещин, ничего, как бы показать-то даже... Все идеальное, все идеальное. Волосы. Я вообще была поражена, когда я стала их мыть. Они у нее очень классные. Сейчас покажу с другой стороны, что у нее все отлично. Никаких трещин, ничего нет. Шарниры все тугие. Естественно, я ее особо-то и не трогала. Покупала ее без одежды, то есть нюд, поэтому также и продаю. Ну, если будут еще вопросы, также ручку вот сгибаем. Ой, осторожненько я. На, у меня тут не совсем фиксируется, потому что немножко я не подогнала подставку под нее, поэтому вот. В общем, друзья, вопросы, если какие-то есть, пожалуйста, если кто заинтересован, задавайте. Я сделаю специальное видео для вас. Что попросите, то и отсниму, покажу без проблем. Вот, давайте еще сзади волосы. Очень красивые, прям потрясающая кукла. Вот так. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Пишите, если есть вопросы. И пока-пока.